Вам от 18 до 60? Вы замужем или в поисках прекрасного принца? Это не имеет значения. Ведь вы знаете одно, что вы хотите и можете стать идеальной, а лучшие преподаватели города обучат вас, как стать королевой в гостях, хозяйкой на кухне и куртизанкой в любви. Примите участие в реалити и конкурсе «Идеальная женщина» на телеканале M-Television и станьте обладательницей короны и путевки в Швецию и Финляндию. В студии красоты Анастасии Свинецовой, по-моему, работают настоящие профессионалы. Дело в том, что здесь стригут не только девчонок, но, как видите, мужчин здесь тоже стригут. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Свинецова. Сегодня мы будем преображать Алиночку. Сделаем ей немножечко другой цвет, выровняем и сделаем ей макияж. И учитывая ее образ, такой весенний, романтичный, мы сделаем ей коктейльную укладку. Девушка очень красивая, воздушная, легкая, но хотелось бы, чтобы волосы выглядели немножечко лучше, и поэтому мы сделаем, помимо окрашивания, мы сделаем уход. И расскажем, как в домашних условиях она сможет это повторить. С недавнего времени жители нашего города имеют уникальную возможность посетить салон красоты экстра-класса, авторская студия красоты Анастасии Свиденцовой. Анастасия работает в сфере красоты уже более 8 лет. Она одна из первых мастеров, которая начала практиковать наращивание волос в Уфе, а затем и преподавание. Неоднократно участвовала в конкурсах, которых занимала только призовые места. И теперь все ее знания и многолетний наработанный опыт воплотились в собственной студии красоты Анастасии Свиденцовой. В этом году внедряет две инновационные процедуры – бразильское кератинное выпрямление волос и буста-ап. Владелица студии является главным и единственным контрибьютором авторской методики Елены Глинки – буст. Три кита работы студии красоты – профессионализм мастеров, исключительно качественная косметика и сертифицированные материалы известных брендов, индивидуальный подход к каждому клиенту. Город Уфа, улица Коммунистическая, 80, телефон 246-33-59. Алина, мы сейчас тебе красим волосы. Но красим их так, более щадящим способом, чтобы в дальнейшем не было у тебя проблем. Сейчас мы первый этап уже завершили, и дальше тобой будет заниматься мастер Айгуль, хорошо? Алина, сейчас мы тебя уже покрасили. Тебе, наверное, очень интересно посмотреть, какой же все-таки получился цвет, да. Вот. Но мы еще не закончили. Сейчас мы будем тебе делать такую легкую укладку, коктейльную укладку. Хорошо? Все, сейчас мастер Айгуль продолжит. Я думаю, у каждой девушки, не только Алине, блондинке, будет очень интересно узнать, а как же дома ухаживать за своими волосами так, чтобы они всегда были в хорошем состоянии. И, естественно, тратить на это очень мало времени и денег. Я вам сейчас расскажу. Вы моете шампунем голову, как вы привыкли. И после этого шампунем можете бальзамом. А после этого вы заранее подготавливаете баночку, пол-литровую теплой воды, и туда вы выжимаете пол лимона, можно лимон. Все это растворяете
И вы ополаскиваете вот этой водой уже в конце и берете расческу. С одной стороны расческа должна быть с частыми зубьями, с другой стороны должна быть с редкими зубьями. И когда вы только начинаете поливать из этой баночки свою голову волосы, тогда вы прочесываете расческой с редкими зубьями. Но после того, как вы уже заканчивается у вас водичка, в конце вы уже берете расческу с частыми зубчиками и прочесываете. И тем самым вы закрываете вот те кутикулки, которые у нас у блондинок, как правило, кончики вот такие пористые становятся, да? И тем самым волосы становятся более гладкие, шелковистые. Еще хочу добавить, что вот этот ополаскиватель не нужно смывать. Вы оставляете так, как есть. О, нифига себе! Вы прям угадали то, что я хотела. Это просто чудо какое-то. Вообще, мне очень понравилась работа парикмахеров, стилистов. Это даже не просто мастера, они реально стилисты, они знают свое дело. Могут угадать желания клиента. И, как сказать, работа у них идет слаженно. И я хочу сказать, что вот, ну, у нас далеко не везде это можно увидеть. И на себе это испытать, как говорится, да. Вообще все девочки молодцы, я очень рада, что я сюда попала, в этот салон, и считаю, что каждая девушка, которая себя любит, должна прийти сюда. Привет, меня зовут Алина, мне 32 года, я замужем за прекрасным человеком, которого я люблю. У меня хорошая семья, которая во всем меня поддерживает. Я стилист ногтевого сервиса, я дарю женщинам радость и позитивные эмоции. Хочу жить у моря со своими родными и растить там детей. Родные очень порадовались тому, что пришла на этот проект. И я очень хочу выиграть, потому что я идеальная женщина. Идеальная женщина должна уметь все. Готовить, кушать, ухаживать за детьми и, конечно же, иметь грациозное, подтянутое тело. И в танцевальной мастерской «Точка» их этому научат. Меня зовут Александрина, и я буду вас учить танцу на пилоне. Для начала мы с вами разомнемся. После чего мы с вами будем изучать основы, основ элементов танца на пилоне. Все, в принципе, встаем. Теперь чуть-чуть растягиваемся, чтобы никого не убить. Я прибавляю музыку, просто повторяем за мной, хорошо? Элементарные движения, ничего сложного. Cause I'm addicted to drink. I smoke, yeah. I drink, yeah. I supposed to stop, but I can't. I'm a dog. Выпрямили ножки вперед, носочки от себя натянуты, строго вниз, пальчики собираем вместе, пальчики тоже тянутся, ручки вперед и тянемся вперед к стопам. Ниже, ниже, ниже. Для того, чтобы научиться танцевать, вообще, в принципе, вам нужно развить гибкость. Для этого мы растягиваем в данный момент подколенные связки и тазобедренные. Смотрим в зеркало, не смотрим вот такие, что вы сгорбленные все. Улыбаемся, смотрим на себя. Танцевальная мастерская «Точка» – это место, где рождается пластика и грация, а развивается выносливость и сила. Занятия проводятся для взрослых и детей. Полиденс, антигравити-йога, стрипластика, боди-балет, воздушные полотна и многое другое. Для ощущения абсолютного комфорта в мастерской предусмотрены удобные раздевалки, душевые и Wi-Fi. Телефон 216-48-86, либо 8-927-338-14-46. Правая рука наверху, мы поднимаемся на полупальца. По факту в конце мы с вами получим танец на каблуках.
не босиком. Это пока мы с вами позанимаемся на босиком, чтобы вы просто прочувствовали, что это такое, поняли. Мы сейчас будем просто красиво ходить. Ручка в сторону, улыбаемся. И пошли красиво. Раз, два. Раз, два. Объясню. Есть фишка. У нас два шага вокруг пилона. Один здесь, другой здесь. И мы все время проворачиваемся на одной стопе. Оп, провернулись. Оп, провернулись. Оп, провернулись. Приступаем, пробуем. Правая рука наверху, левая рука внизу. Правой ножкой делаем шаг, левый замах. Не пугайтесь, сейчас все будет понятно. И ставим коленочки на пилон. Что тебе понравилось больше всего? Мне понравились сами движения, то, что обучаешься каким-то женственности, подтягиваешь фигуру, пластику, ну, в общем, все сразу в одном виде. Ты будешь старательно заниматься? Я буду стараться, да. Тебе здесь нравится? Очень. Всем привет, меня зовут Элина, мне 24 года. Я люблю постоянное движение, новые знакомства и интересных людей. Обожаю танцевать и кататься на коньках. Мечтаю объехать как можно больше интересных мест на нашей планете, открыть свой собственный бизнес и встретить любимого человека. Партнеры проекта «Идеальная женщина». Корсет «Ваш секрет», семейный клуб «Любящие сердца», оздоровительный комплекс «Райский берег», центр вумбилдинга Лилии Колеговой, ресторан 007, центр омоложения Алены Комаровой, визажист Инна Усманова, танцевальная мастерская «Точка», стоматология «Армдент», турфирма «Каравелла», студия красоты Анастасии Свиденцовой, «Wellness Slim Club», психологи Маргарита Яковлева и Гузель Магизова, школа иностранных языков World for You, бильярдный клуб «Соло», бутик одежды номер 7, Medical On Group Уфа, информационный партнер, журнал «Салават Юлаев». Смотрите сразу после короткой рекламы. Сибаса. Сибаса побыстрее. Семечки почистимо и почистимо обязательно белую часть. Если на вас есть какой-то макияж, мы его снимаем.